мы выступали и выступаем в поддержку вот такого законопроекта, который, кстати, вносится каждый год и не поддерживается правительством. Отдать деньги ветеранов, которые, к сожалению, уходят. Они уходят из жизни. Это объективно. Нам очень жаль, но это так. И на них всегда выделялись дотации, причем существенные из федерального бюджета. Эти деньги взять и отдать детям войны. Эти люди, которые не видели ни детства, ни юности, они восстанавливали страну. Они восстанавливали ее своими руками. И там за 30 лет сделали совсем другую страну. Пускай они хотя бы в старости поживут нормально. Дайте им эти деньги. Это нужно сделать. Мы обязаны это сделать. Потому что сегодня такая ситуация. У всех небольшие пенсии. У всех просто здоровья уже никакого нет. Дайте возможность людям пожить хотя бы несколько лет в нормальных условиях человеческих. Надо обязательно принять закон о детях войны и давать федеральную дотацию, причем существенную.